В Йошкар-Оле прошел матч «Битва сезона». Поддержать команду спортивных сооружений пришло более 400 зрителей. При полных трибунах наши ребята одержали уверенную победу над командой из Нижегородской области. Подробности далее. Битва сезона между командами по хоккею спортивных сооружений Республики Мариэл и Союза 85 Нижегородской области вызвали настоящий ажиотаж. Для любителей хоккея такие матчи – настоящий праздник. На площадке были предусмотрены все возможные развлечения как для детей, так и для взрослых. Матч начался с сюрприза. Его открывала ученица Этери Тутберидзе. Дарья Садкова исполнила произвольную программу и сразу приковала к себе внимание зрителей. Хоккеисты команды «Союз-85» приехали из небольшого городка Шахунья Нижегородской области. Тренировались интенсивно, по возможности больше катались и собирались с мыслями к игре. Как вам атмосфера на нашем льду? Атмосфера у вас хорошая. Народ веселый, прямо слышно, чувствуется энергия, поддержка вашей команды. Ну, у нас немного болельщиков приехали, соответственно, мы своих тоже слышим. Болельщиков ждала зрелищная игра. Команда спортивных сооружений обыграла соперников со счетом 11-4. Помимо развлекательной программы были выставлены фудкорты, а среди зрителей проходил розыгрыш подарков. Уровень вашей команды, ребят из Мариэл, хороший. Ну, я считаю, что у нас у ребят тоже уровень неплохой. Просто некоторые давно не приезжали. Вот, кто-то сейчас в Нижнем Новгороде находится, кто-то только приехали. Насколько важно выезжать команде на выездные матчи? Ну, каждой команде, я думаю, выезжать важно. Потому что, когда играешь только дома, интереса уже нет. А когда выезжаешь, другая публика, другая атмосфера. Намного интереснее. Наши ребята начали уверенно. Уже после первого периода счет на табло был 4-1 в пользу команды спортивных сооружений. Как признались хоккеисты, дело не только в сыгранности и опыте, но и в индивидуальном подходе каждого игрока. В передачу отрезки покороче. Надо далеко убегать на красную линию, за красную линию, когда шайба еще у нас в зоне. Ну, неплохой соперник. В принципе, нижегородский хоккей всегда был на хорошем уровне. И ребята доказывают это своей игрой. Там, в принципе, тоже у них есть и возрастные, есть и молодые ребята, которые бегут. Такой тандем у них, в общем-то, интересный получается. И молодость, и опыт, скажем так. Поэтому приходится быть в напряжении, всегда готовым к любой смене. А с кем сложнее играть, с опытными или с молодыми? Ну, вы знаете, если хороший опытный игрок, он, наверное, более интереснее, сложнее. Потому что молодые, они, конечно, и бегут, но порой их можно прочитать, их действия, движения, куда они там будут двигаться, можно предугадать. А вот опытный игрок, он именно вот за счет правильных действий своих, непредсказуемых, более интересней. Подобные матчи – настоящий праздник. В планах устраивать больше встреч между командами разных городов.